В этом видео мы рассмотрим с вами, как можно ответить на благодарность. То есть, когда кто-то нам говорит «thank you», что мы можем сказать в ответ? Думаю, многие из вас знают фразу «you're welcome», но постоянно говорить «you're welcome» – это, во-первых, не всегда уместно, во-вторых, мы не хотим звучать, как заезженная пластинка, поэтому мы рассмотрим варианты ответа на «thank you» в зависимости от оттенка значения, которое вы хотите передать. Итак, если вы хотите передать значение «не за что меня благодарить», это мне ничего не стоило, в английском языке вы можете использовать следующие слова и фразы. Not at all, it's no bother, it's nothing, anytime. Если же вы хотите передать значение «никаких проблем, не переживай, все нормально», вы можете сказать «no worries». Not a problem. Don't mention it. My pleasure. Также можно сказать, you got it? Sure. I'm happy to help.